Областной этап Олимпиады по финансовой грамотности для учащихся 10-11 классов состоялся на базе Центра молодежного творчества. Интеллектуальные соревнования проводятся в пятый раз. Разработаны были на Брещине, но быстро охватили всю страну, и сегодня сотни мальчиков и девочек борются за звание самого подкованного в финансах юного жителя страны. Готовиться к стартам ребятам в числе прочих составляющих помогают многочисленные образовательные мероприятия. Я бы остановился и разделил это на несколько этапов. Первый этап – это когда мы начинали все мероприятия, когда была принята программа или план действий госорганов и Национального банка по повышению финансовой грамотности. Это 2013-2018 годы. И на сегодняшний день следующая программа идет 2018-2024 год. Если сравнить уровень финансовой грамотности в 2013 году, и на сегодняшний день, то можно констатировать, что уровень финансовой грамотности нашего общества сегодня в Брестской области поднялся до 93%. И если брать пользователей, которые сегодня пользуются всеми интернет-услугами, банковскими, пластиком и другими, то сегодняшний день уровень достиг 30%. Хотя на начало этой программы было чуть больше 10%. Работа по повышению финансовой грамотности приносит результат. Во-первых, с каждым годом растет уровень знаний конкурсантов. Во-вторых, в обычной жизни ребята становятся более ответственными и рассудительными. Мне всегда была интересна вот сфера экономики, финансов, инвестирования и все в этом роде. Я решил попробовать, и у меня вроде получается пока. Если человек готовится к Олимпиаде, то он однозначно будет что-то искать. И я как смотрел, искал информацию по одному вопросу и находил много других веток, ответвлений и зачитывался просто информацией. Это сильно мотивирует изучать что-то в этой сфере. Начал принимать участие в этих олимпиадах по финансовой грамотности я в этом году, так сказать, дебют. Вот. Начал я этим заниматься, потому что меня как бы тянет к сфере вот финансов, банковской сфере. Мне это очень нравится. Если честно, то я не нахожу здесь ничего сложного. Ну, привлекает меня данная сфера тем, что это как бы полезно в жизни. Вот. И я считаю, что ну, как бы каждый должен для себя развивать, в себе развивать навыки финансовые. В копилке юных финансистов Брестского региона уже хранятся 2 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали заключительного республиканского этапа Олимпиады. В 2018-м есть все шансы успех развития и приумножить. 14 декабря в Минске состоится очередной финал. От Брещины в столицу отправится сильная команда. Справятся ли они с наверняка достойными соперниками, покажет время.